Всем привет, с вами Френос. Сегодня мы посмотрим на карту долины Алтая. Есть у нас вот набор стартовой техники. Карта, кстати, прошу вас обратить внимание, без полей практически. Вот у нас два готовых маленьких поля, остальное все целина. При покупке, которой нам придется распахивать поля, так как нам удобно, а не так, как нам навязывает сама карта. Идея замечательная, мне очень понравилась, кстати. Больше реализма добавляет в игру. Здесь вот мы видим, это у нас коровник и овчарня где-то здесь вот рядышком. Прямо на выезде, все рядом, удобненько. Вообще замечательно придумано. Коровник, овчарня, курятник, все в одном месте. Не надо метаться по всей карте. Туда-сюда ездить. Здесь мы видим типичная деревушка там. Русская. Хотя вот дома тут двухэтажные, конечно, кто-то тут живет побогаче. Ну, судя по всему, местные олигархи. Будем их так называть. Так. Что тут у нас есть на карте? Посмотрим. Биогаз, торговый склад. Ну, там, я так думаю, смотреть не на что. Сейчас мы съездим на элеватор, посмотрим. Потом съездим на котельню, к садовому центру. Ну, а биогаз, ну, что там можно увидеть на биогазе? Ну, типичная разгрузка будет, как и на Бьёрнхольме. Она сейчас везде одинаковая, на всех картах. Я думаю, вряд ли нас там что-то удивит. Кстати говоря, вот пока едем, раскрою пока в своих дальнейших планах. Собираюсь я выпускать видео по картам, которые выходят, которые выходили раньше. Кому какая карта будет интересна, в комментариях пишите. Я вот нашелся эту карту буквально вот сегодня. Сегодня же делаю по ней видео. Также хочу начать видео по модам, которые выходят. То есть вот человек, допустим, который хочет скачать мод, но не уверен, хороший ли он или нет, будем снимать видео. Вышел трактор, сняли, посмотрели, какие в нем плюсы, минусы, недостатки. Оценили, стоит, не стоит качать. Кстати говоря, по этой карте довольно легко грузится, очень быстро. Компьютер у меня такой, так скажем так, средней мощности. Загрузилась карта секунд за 30. Даже вот карта, которую сейчас вот большинство блогеров катают, Амергауэр Альпен, грузится намного дольше, тяжелее она для компьютеров, чем вот это. Здесь у нас пункт продажи. Довольно интересно сделан речной порт. Интересно, ходят ли здесь корабли. Но пейзаж, как вы видите, просто чудесен. Здесь бы с удочкой посидеть, а не на тракторах кататься. С удочкой, с друзьями, раки, рыбалка, ушица, вообще бомба. А вот эта затея с распашкой полей, ну просто шикарно. Просто, я не знаю, такого еще не было. Вон, как мы видим, впереди поезд поехал. Вероятнее всего на карте трафик присутствует, но просто он у меня отключен в настройках, поэтому я не знаю, есть ли он тут или нету. Ларечки. Но это ЖД вокзал. Здесь понятное дело, что и ларьки будут присутствовать. Это ЖД вокзал здесь. Грех не поставить киоск и не начать торговать. Сейчас мы движемся в сторону котельной. А какие пейзажи, вы обратили внимание, какие пейзажи красивые? Просто плохо. А это мы, судя по всему, к городку какому-то подъезжаем. Двухэтажные дома. Вероятнее всего, по антуражу этой карты, хрущевской постройки. Ну, так привыкли называть эти дома, так я не знаю, какие они там, по планировке. Просто у нас, допустим, вот где я живу, так называют эти дома все, двухэтажки. Четырех-трехэтажные дома. Так, здесь мы видим котельная. Здесь, судя по всему, принимают щепу. Кстати, на карте есть перевозка рыбы, хлеба, песка, цемента.
Или я ошибаюсь? Может, это, конечно, наложение с еще одной карты, которая установлена у меня. Но в любом случае, даже если этого здесь и нету, то на карте играть довольно-таки интересно. Я надеюсь, автор будет ее развивать, не забросит. Внесет какие-то коррективы, доработки. Было бы очень интересно. Возможно, я даже себе ее оставлю, буду на ней играть потихонечку. Вот леса бы, да, вот, конечно, лес бы погуще. Алтай все-таки это Алтай, тут леса не должны быть такие редкие, как посадка какая-то. Вот погуще бы лес, вот это бы, да. Ну, будем надеяться, автор этой карты посмотрит видео, учтет, какие замечания мы сделаем. Может, комментарии кто напишет, посмотрит, почитаем. Как мы видим, метки на покупку лесов, лесов этих, земельных участков под будущие поля. Вообще идея мне очень нравится. Если кому тоже нравится, ставим лайки. Посмотрим, сколько у нас таких как интересен реализм карты. Думаю, в дальнейшем я сниму еще парочку карт, которые я сегодня приметил, но еще не скачивал. Начал эти видео делать для того, чтобы, потому что самому бывает интересно, что за карта, а к ней нету толком ни скриншотов, ни видео. Неизвестно, стоит ли ее качать, не стоит, непонятно. Ну, эту карту однозначно стоит скачать, кто любит вот русские карты. Тут бы использование газончиков, вот наших МТЗ-тракторов было бы просто шикарно. Вписались бы они идеально. Это, как мы видим, озеро. Довольно большое. Красота. Но лес бы, да, вот однозначно лес надо погуще. Здесь мы тоже можем участок прикупить возле озера, скорее всего, вот этот. И уже никто не скажет, что мы там какой-то лес не свой валим. Если купили участок, все, можно валить лес, выкорчевывать пни, распахивать поля, сажать, убирать, зарабатывать деньги. А здесь лодочная станция, судя по всему. С пунктом продажи. Непонятно, правда, что здесь покупают. Пункт продажи имеется. Или это пункт загрузки, скорее всего, рыбой. Продажа где-то вот там, вот в районе речного порта. Вероятнее всего так. Ну ладно, на этом, я думаю, буду с вами прощаться. В принципе, мы по карте прокатились, посмотрели, что здесь, к чему, да как. Сейчас вернемся на ферму. Я думаю, первое представление у людей сложится, какая-то карта. Кому понравится, кому нет. Это уже личное мнение каждого. Мне, например, карта очень понравилась. Автору респект и уважуха. Видно, что человек постарался от души. Легкий серпантинчик над рекой. Древесный склад, да, древесный склад. Так что, кому будет интересно, подписываемся на канал. Кто еще не подписался, ставим лайк и будем дальше рассматривать, снимать видео, рассматривать новые карты, которые будут выходить, а выходить они будут. Это неотъемлемая часть этой игры, потому что для фермер-симуляторов не было бы модостроения в таком виде, игра бы так долго не существовала. Это лично мое мнение. Это склад. Вот перед нами видим. Ну и вот мы вернулись на ферму. Как видите, просторы необъятные для работы. Работай, работай, работай. Тут, конечно, без костиков
без курсплеев не обойтись. Вот. На этом я с вами прощаюсь. Всем удачи, всем пока.